Здравствуйте! Это видео о блошином рынке, который расположен в 50 километрах от Праги. Место очень популярное у местных жителей, и в выходные сюда съезжаются со всей округи. Приглашаю вас прогуляться по барахолке, а по традиции в конце видео я покажу, что я там купила.
Это была моя первая покупка. Часовой завод «Слава», винтажные, в печальном состоянии. Где-то они лежали явно в неподходящем месте. Но что интересно, что эти часы идут. То есть они полностью рабочие. Достаточно их будет привести в порядок, и можно ими даже пользоваться. Следующая покупка была такая вазочка. Не знаю, хрусталь, не хрусталь, стекло, не стекло. Постараюсь сейчас ее аккуратно показать, что она на ножках. Очень красивая. Мне вообще почему-то стали нравиться такие предметы на ножках. У меня уже одна вазочка есть из розового стекла. И теперь к ней добавилась вот такая симпатичная. И моя главная покупка — это была кукла. Я не знаю, что такое происходит в моей жизни, но куклы Ивановской фабрики, они просто идут ко мне в руки. Сейчас я ее достану и покажу вам, какая это красавица. Вот так выглядит кукла. В отличие от предыдущих, которые я купила, это, к сожалению, в не таком хорошем состоянии. Вот у нее нет одного ботиночка, одной туфельки, поэтому будет она называться Золушкой. А так кукла в хорошем состоянии. Вот у нее и ручки без кракелюра, и личико тоже. То, что вам сейчас отсвечивает, это просто от лампы. А так ее надо немножко почистить, личико, и будет все прекрасно. У нее такие чудесные синие глазки. Ну вот, такие покупки были у меня на барахолке.